Ваша очередь запрещать героя. Такс, я запрещаю... Не запрещается, ладно. Осталось 5 секунд. Тогда тебя запрещаю. О. Шаманчик забанили! Скай забанили! Верку не забанили. Ну охуеть теперь, и что делать? Сейчас еще и ВР-ку заберут. Вот это у меня вообще будет неприятное событие. А, запрещенный герой Пудж. Сейчас опять, короче, запотею как тварь. А игра такая, ой. Эррор. Катка не засчитана, жетон списан. Извините за неудобство. Тридцатая Мирана у меня в этой игре. Все, здрасте, здрасте. Поняла. Много же я пропустил? Ну где-то пол левела пропустил. Одну, две пачки, две пачки пропустил. Ладно. В атаку. Все, ты мид проебал? А что, так и сказали? Уже там. Варда не найдена. Конечно. Блин, там так-то набор персонажей нихуя неприятный. Лови стрелу. Уже в пути. Давай, начинай хуйню накидывать. Ну, кстати, кристалка в команде есть неплохо. Похуй, переживем. Жесткий, прижесткий. Бля, ебать, огнию жестко. Обалдеть, а чё так много урона? 200, ну... Хотя у меня 500 хп, на чё я рассчитывал. Конечно. Убеди их под вышку, ахуле, я сделаю. Я не вытанкаю. А ведь тоже универсал, да? Ветер всё сильнее. Есть. Не пойму, у него Санрей ману требует, нет? Да, требует. Так, все, теперь я на опыте подставляться на эту хуйню не собираюсь. А вот так вот. Ну и забирай эту хуйню. А можно немножко не гнить? У тебя же спириты уже кончились, я не хочу гнить. Бля, почему я спиритов над его башкой не вижу? Я убью сейчас. Че за говно? Как стрела. Заебали. Типа, я из-за скина, что ли, эти спириты не вижу? Прям в глаза ебусь и не вижу. О, где они? Еще одна стрела в колчане. Там есть лич? Твою мать, точно, там есть лич. Это опять эта история будет, когда я буду ебашить барак, он будет мне мешать. Поняла. Да, ладно. Не, ладно, может это не такой душный лич, как в той катке. Иду. На меня на ага, во, все, вижу спириты. Отложу на потом. Эй, что за... Ага, я мчусь, словно ветер. Ау! Я не выживу, да? Он опять этим калом меня сейчас до смерти закидает. Поняла. Да не может он меня так закидать. Давай, ботл. Поняла. Есть. Бля, Мираном, ты чё меня? Вставай. Уже там. Ичка нажмет, нет? Хм. Можно грамотно и повершот жахнуть. Двигаюсь вперед. А давай. Не, мы не сможем. Как стрела. Бля, как он чётенько меняет, мне её шмальнул. Челлендж. Пацана, ты и по приколу? Чё? Феник задрот, а в чем задрот? А просто кнопочки хорошо нажимает. Хотя, ну, блять, да, походу, ебу.
Ну да, есть такое. Хоть если плюс один, можно не краб будет забрать. Феникс реально так-то такое. Ну, умеет кнопки нажимать, судя по его аккаунту. Разберу. Более у меня сейчас ульта уже через одну пачку. Он еще и гост не качает. Дай кнопку! Это его не спасет. А его чем убивать собрались? Главное дождаться, чтобы я ульт получил, и все. По каткам не видно? Давайте думать наперед, ёпта, вам советы дота дает. Если отвезти нейтральных крупов из лагеря в конце минуты, да, в нем появятся новые. Так, можно собрать в этом лагере много крипов. Ебать, спасибо. С ВРК играть еще не умеет, я понял. Всё нахуй, записал, усвоил. Да ладно, может они там приходили по КД гангаля. Да не, не может. Ну если никто не приходил, тогда да. Там мусорка получается. Ебать, меня уже и мусоркой обозвали. Сука, жестоко. Дайте шанс оправдаться, эу. Посурали тут. На черный день. О, фуриончик. Что у тебя происходит, братан? Ты вообще о чем? Да, а, ты про дича, который там сидит? Ага. Господи, забей. Братан, забей, он меня не убивает. Уже в пути. Чем мега опасно, он прям под вышку бы конет. Сейчас за любую мою оплошность он меня хоронит. Плюс один, нет, у меня почти вышку снесли уже, нахуй. Не, надо шестой, чтобы плюсануть. Не могу я без шестого. Он меня зонит, он типа понимает, если так, я подойду, он меня убьет. Некор один, он забрать его можно на изи. Руна сверху, понятно. А, вифуру давай. Даст забрать, нет? Уже потому что он сезонится хорошо. О, пойдет. Срок хранения не ограничен. Че не оставил-то, я добил. А кто у нас Кири? Спасибо, хоть пришел. Ну, тебе один мне, все честно. Все, все, ладно, базар. А? О, а Серега, спасибо за полтора баксика. У него ульта есть. Иду. Вообще кристаллку надо подождать, а то чуть за дела. Жалко, что второй не прокачивает. Мне второй твой нужен вообще жестко. Так, я могу сейчас захуярить лича, но это пятерка вражеская. С Ларка я, скорее всего, не захуярю, хотя если у него нету шестого, то захуярю. Все, забудь про меня. Феникса точно не захуярю, Фуриона могу захуярить. Ну, лады. Надо искать цель, с которой я буду сейчас раскачиваться, а то мне хуёво. А, ты недооцениваешь. А мне сейчас любого можно захуярить, я с этого момента уже неплохо заработаю. Надо Феникса сейчас не встретить. Двигаюсь вперед. Подожди. В принципе, если тебя отходишь, то ульта можно будет еще раз забрать. Так, лича вижу. Братан, он тут в центре. Отложу на потом. Поняла. Курьер. Ой-ой-ой-ой-ой. Уршевали. Попробуй, курьер сил света был убит. Я мчу, словно ветер. Бля, куда мы летим, нахуй, на выроке? Уже в пути. За пятеркой, бля. А что не так? Что, бля? Пиздец какой-то. Пинк уже будет, короче, как раз ультат КДшится, могу там побегать. Мне нужно было хоть кого-то захуярить, чтобы хоть чуть-чуть заработать бабла. Даже в случае того, что я сдох, я все равно заработал, я с собой доволен. Есть. Мало. Когда-нибудь пригодится. Мне на мид даже нет смысла приходить, там у типа на Фениксе скейк, блять, я приду. Загоню. Приходи сюда, Некрас заберем. Приходи, Некрас. Кстати, заберем. С учетом того, как он меня отхуярил, у него очень маленький левел. Это странно даже как. Что так мало? А че он фармит? Он сейчас радик нафармит. Уже там. Ну, почти. Подождать меня просто немножко. Двигаюсь вперед. Мечта. Сейчас в тройке будет фармить, можно в тройке что-то поймать знает? Его будет. Да вот он, вот он, вот он. Как стрела. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Лови. На меня напали. А, там вижу на хага. Иду. Блин. А че, все что ли?
Че, все, реально все? Это все? Да, а первый скилл нажать нет? Блять, прикол какой-то, что ли? Сейчас. О, Феникс, пишу. Вашу нижнюю. Держите, а если он, кстати, если он поставит ульту, я расхуярю со своей ульты. Иду. Он даже загрец попробует. Нижнюю башню. Союзники, исчезните. Поняла. Словно ветер. Так, ну меня никто не спас. А, ну на лаву нормально, похуй. Братан, у нас отхил у кого-то есть. Спас, не спас. Не, хороший размен. 3-1. Более я стрик снял с Фени. Два стила. Шмот колесный не заслужил. Руна сейчас снизу, скорее всего, будет. О, дает ему. Словно ветер на черный день. Вашу центральную башню обожгусь. Так, стой. Феня. Ну-ка. Срок хранения мало. Ну-ка, давай, ульты. Чё, ну-ка, иди нахуй. Давайте, что я в него буду. Ага. У него ульта нету. Да хер я клал. Ты не можешь ульт? А, у тебя маны нет, я понял. Бей тогда. Кто-то ебется в глаза, по-моему. Нам нужен плюс. Феникса убить. Там мы его никогда не убьем, забей. 15 секунд ульта у меня. Давай я вот сейчас это... Мирана стрел, ты второй, а Мирана стрелу, и мы, в принципе, убиваем, если все кнопки нажмем нормально. Вашу верхнюю башню атакуют. Ну, он сейчас ультанет. А что мне столько урона нанесло, блядь? Что, как убили? Урон, наверное, ульта его ж не. Силы тьмы укрепили свои сооружения. А, да, точно. Могу ли Ча похоронить сейчас? Вашу верхнюю башню атакуют. Хотя у него ульта есть. Ваша верхняя башня разрушена. Как стрела. Извините. Так, топор надо сюда вернуть. Вот это. Я иду в тройку, цепляй. Там еще и лич. А, ты с другой стороны идешь. Поймаешь? Братан, я тебе ульт второй накину. Да лич. Мне нужен лич. Я понял. Вашу лич должен идти за некрочом. Либо варды сейчас вот сюда ставят, либо огонь он был. Я так, где ты на личи заебал? Тут славка бесплатно. Че ты не продолжил? Идти в пятерых и сдохнуть, охуенная идея. Так нет, почему я тебя подсейвил? В смысле, я рядом с тобой же был. У меня 1000 хп, не убивает меня за секунду. Попал. Есть. У меня не хуя. Я попал. Не корблю. Никуда ты не уйдешь. Я мчусь. О, нее! И батя жив? Конечно. Нет. Или жив, или да, нет, или да, нет. Хорош, Цемка. Если честно, у меня отлагало секунды две, я вообще нихуя не научу. А, вот они, отмазки пошли сразу. Я не виноват, интернет. Братан, на Марс, мне кажется, в этой игре надежда только на тебя. Награда моя! Центральную башню атакуют. Ну это, может, мне просто кажется. О, ну ты дай мне второй, Иди сюда, дам. Давай, тащи лича сюда. Нет, надо! Да как мне везет ты на этого Феникса, я не могу. А? Мне недавно сон приснился, что я ночью смотрю в окно, а там истребители летают. Сейчас, ты не пугай. Я еще этого привезу. Я не истребитель, я кукурузник скорее. Да я устал уже их возить. А что там кто-то другой летал? На меня орчат кинули. У кого орчат? Ура, наверное, стопудово. Байтер, ебаный. Такой байтер. Пошел. Платим за полтора баксика. Так. Уй, да, блядь, ты что ты за мной охотишься? Боже, как ты меня затрахал уже, иди нахуй.
Да ебался ведь мне. Такой, главное, ищет меня, внюхивает, выискивает. Делаешь ТП на центр этом. Мне второй нужен твой. Иду. А, это не ты. Я думал, это ты, блин. А ты где? Я в лесу фармлю, дай мне второй. На. Ага, лича вижу. Давай, цепляйте этого лича. Заберем его. Поняла. Помогать будете? Нет? Уже в пути. На лету. Я их устал возить. Это пиздец. Сколько я типов за эту игру привез уже? Центральная. Я ваш твой просто. А, ну, MVP получишь взамен. Чё там? Уже там. Фласку дай мне. Да ладно. Еще и гранату шмалять. Ля, гонится. Ждем мою ульт. Ха-ха. Блять, тут центр. Он так меня хочет на фурине, заебал. Вай-вай-вай, как их много. А здесь вар, походу, стоит. Сейчас, если феникс на меня влетает, значит вар. Топорики-то толкайте с собой. Уже там. Ульта, ульта нужна, 8 секунд. Силы тьмы укрепили свои сооружения. Поняла. Смотри, если я успею появиться, ТП дать. Чёрт. Блять, ВР, чё не пошёл-то? А. Чтоб через себя прыгнуть. Вашу верхнюю. Но мега осторожно играет, то просто убивают много. Осторожно. Ага. Второй дай. Где ты там, Магнус? Го, можешь поймать. Я для него такая монетка разменная. Пошел, сдохнул. Хули, а нет-то. Ты уже опять. Че себе? Уже в пути. Поехали! Вашу нижнюю башню атакую. Конечно. Опа, 500 рублей. Вот на фурьончике надо кормиться. За него платят много. Булочка для меня халявная просто. Немножко не хватает, так это что такое? Барт с ним. Там инвиз сразу заберешь. Сейчас вот здесь, возможно, Фурион прилетит. Будет 21 минута, он пойдет руну забирать, а тут и я его встречу. Блять. Это что за нахуй? Че, го Фуриона? Где-то под вардами здесь. Блин, теперь Фурион руну спиздит. Саш, это капец. Прям супер приятный герой. Марся. Прям нравится анимация. Че, давай ТП сделаем, пойдем Т2 забирать, не будем отдавать. Давай, один. Они нас видят. Они так стоят, что я РП нормально дать не смогу. Ай, бум. Хоть как-нибудь, да? А как? Я не попал. Что за... Ну Фурион, кстати, руну уже спиздил. Хули, я первый побежал. Фуриончик, иди ко мне. 50 копеек не хватает. Я сейчас без ульты, я нихуя не могу сделать, облезьте. Будь ломать вышку дальше. Ждем минуту. Или как? Не вижу Фуриона, хочу Фуриона цапнуть. Вижу Фуриона. Словно ветер. А, у него лотар. Как стрела. Ля крыс. А че, дальше не цепанул. Курьер сил света. Я не достаю. Конечно. Блять, пизду. Я мчу, словно ветер. Это поняла, мясо полное. Башню атакуют. А у тебя БКБ есть? Есть. Двигаюсь вперед. Бля, даже не добьешь никого, вообще никакой калюны нет. Уйо. Ваша нижняя башня уже разрушена. Нереально, единственная кормежка есть в этой игре это Фурион. Цепляя Фуриона, зарабатываю деньги. Он пока скрываться от меня конечно не может. Тут вопрос в том, как он будет двигаться, поняла, куда он будет лететь. Как стрела? Че, давайте
кстати, премию в центре. Султан, я без БКП. Нулик надо еще будет купить. Я далеко. Этого, да, пидор. За мной некто бежит. Бля, да как они попал-то? Да можно еще больше кнопок в перду какую-то накидать, блядь! Давай второй, ебаш! Почему я меня хуярит вторым, а вы стоите смотрите? Ну, я на это, на я снимаю на камеру. Вы идите вы нахуй, сами играйте. Да боже, как ты выжил. Поехали! Я великолепен на лету! Иду. Догоним? Бля, кстати, можем догнать. Но я мчусь, мне сейчас скорость как передвижение какая-то копеечная. Первый. Еще, блин, как дышится. Не можем. Я там уже подмога летит. Встречайте вихрь. А кто бы летел на подмогу? Без них. Но мы обосремся 100%. Так, я могу сразу купить нулик. Уже в пути. Или огоним. Давай огоним. Есть! Привязала! Отлично! Хорошо! Боль! Познакомься с пугалом! Как тебе боль пугала? Нормально! Еще одна стрела в колчан! Че, пойдет? Еще слишком рано! Слышишь, ВР-ка тебя орщит, ну. Не нужен. У всех эскейп, отхилы. Улавливаешь? И так далее. Подставился? Поняла. Словно ветер. Ах ты, зараза. Ага. Черт. Не успею, да? Он на ХГ подымет сейчас. Или успею? Черт, меня вард спалил. Слышь, Марси, мы могли бы снести. Я его не найду теперь, все. Да. Потому что я в таверне был. А чем тебе БФ? Блять, на фарм, соответственно. А как же я? А ты, блять, ты в другом конце карты всегда. Там был тревела покупать, чтобы за Курионом охотиться, но уже поздно. Стой. Слишком рано. Нет. Сосредоточься на лету. Поняла. Назад. Дикий ветер все сильнее. Ой, кого-то еще ёбнули. Возможно, по теху продам, куплю травела реально пуши. Этот чел заебал на Фурионе уже. Еще слишком рано. Мы укрепили свои сооружения. Куда пойдет? У меня просветов нет. Здесь есть интрек. Вашу верхнюю башню атакуют. Попробуй мою стрелу. Я не готова. Да ладно. Цепляй, Магнус, сможем, нет? Блин, Магнус, я говорю этого. Где? Я до базы, у меня мало хп. Я еще от базы. На нахай! Теперь стреляю еще. Куда уж? Ой-ой-ой-ой-ой, там охранники! Двигаюсь вперед. А ну вот цепанул. Вот это вот. Во. Мегам. Я мчусь, словно ветер. Попался! Гоним. На лету. Со мной. Погодный ветер мне в спину. Бля, ну ты нихуёво. Надо больше до 100. Пизды всем можешь спокойно давать. Вообще надо шмотку поменять. У меня шмотка второго тира до сих пор. Верхнюю башню атакуют. Как стрел. Давай. Блять, я не могу хуярить. Не кипикаловые артефакты, понял. Если честно. Ебать, его поймал гарпуном, ты видел? Ща. Просветок КД, просветок КД, просветок КД, сука, летел, как же не вовремя. Я прям жестко. Дерьмо. Я еще пока шмотку выбирал. Че, убили бы эту хуйню? Вашу нижнюю башню. Давай 12 урона, это нахуй. Есть. Я мчусь, словно ветер. Мне нравится травела сейчас куплю, я заебался за ним туда-сюда бегать. Ебём. Уже. Здесь на монореге ничего толкового нет. Да, чувствую, братан, мы так не скоро ее разъебем. Я скорее сдохну, чем ее. Да нахуй я пришел. Словно ветер.
Ага. А, так у нее нет радик, у нее лотус. А. Я мчусь, словно вашу верхнюю башню. Давай на фуре не будешь ебашить. Поняла. А что за паника? На меня напали! Налево! Вашу верхнюю башню атакуют. Воздушный поцелуй. Поняла. О-о-о-о-о. Ага. О-о-о-о-о. Все, это вам. Уже в пути. Пока нет. Отлично. Не сейчас. Блядь. О, как красиво я цепанул хуйню. Вай-вай-вай-вай-вай. Случайник помойку. Поехали. Нормально, нормально. Пока Сларк за мной гонялся. Разъебали всех. Ну, кстати, Сларк идет, можно встретить. Я мчусь, словно ветер. Наш эндобил. Уже там. Иллюзия. Конечно. Можно фуру, кстати, забрать и Рошана попробовать. Сейчас он нанизу. Мне топор надо скидывать. Сук. Мешает уже. Я не вижу. ТП сбила. Не благодари, братан. Только лайк поставь. Уже в пути. Хорошо. Нет, я мчу, словно ветер. Как же хорош на стримере, боже мой. Когда-нибудь пригодится. Попробуй мою стрелу. Сам себя хвалить буду. Попадешь стрелой? 4 секунды, если попадешь, то... Могу, помогу! Гаси его! А не, нихуя, нихуя! Ебать! Нате нахуй, хавайте! А, блять, у тебя ж это, у него ж крест может быть. Ебывай. Ебать, я столько раз не смогу нанести. Ну, ульта нужна моя. Кстати, на развороте, дай второй. Сейчас ульта будет, я его захуярю, пожи. Давай, у тебя как ульта сейчас появится. Вашу верхнюю башню, поехали! Офери! О-о-о-о-о! Привести тебе кого-нибудь? Теперь, наверное, больно. На лету. Вашу центральную башню атакуют. Блять, там это! Вон дырка! Я вижу, у меня мана на нуле. Блять! Ебучая фура. Уже там. Просто мана кончилась уже за все эти файты. А не рожка не донит сейчас? Да. Так-то рожка снизу должен быть, нет? Нахуй он сканавер дал. Конечно. Дебил, блядь. А вот они Рошана забирают. Я пойду туда гем проебу. Рошан, уже там. Так, МКБеха. У этого госта здесь еще и фура должен быть. Похуй. Союзники, исчезните. Словно ветер. Ну-ка, ну-ка. Па-п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 а-
Ага. А вот тут фургончик, кстати, еще обитает. Вот прямо вот тут вот. Как стрела, словно ветер. Поехали. Поняла. Бывайте. Ля, какую соль на стримере завозит. Вашу нижнюю башню атакуют. Без меня-то там справятся, надеюсь, или их похоронят сейчас? Вроде справляются. А что, дальше не хотим Фларка, да? А, ну ладно. Хотим. Только покажите. Ты не хочешь второй накидывать на меня? Ладно, топор придется продавать уже, он как бы мешает мне. Надо что-то другое взять. Поинтереснее топора. По возможности, братан, по возможности. Я пойду за их. БКБ-ху можешь какую-нибудь еще сверху завесить. Можно у них, кстати, спизи тоже.
Силы света укрепили. Опа, минус глиф. Вот и два, ты один снесем на топе. Ой, это что, это падение? Ой, это что, это смерть? Моя что ли? Ебать-то аферист. Конечно. Когда с меня досты слетят? Досты, 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 слетайте уже, досты, блять, слетайте! Я не готов, я мчусь, словно ветер. А, блять, тут все Тима нахуй. Ебать. Бэкэм, бэкэм. Вас расхуярили. Так, сейчас, секунду. О, здесь еще и вижен стоит. На лету. Исчезните. Феникс? У тебя есть ты даже дай хуя Феникс, на алло. Ульту можно принять. Дай второй. Словно ветер. Лови. Я мчусь, словно ветер. Либо ну или фаер, либо БКБ, а хуй его знает. Ну БКБ надо, заебет. Еще слишком рано. Связала. Отлично. Ах ты нихуя? Линку купил? Конечно. Так, стоп. Ошибка, надо было уходить. Это же, это проблема. Как стрела. Ну я сейчас продам аган, ну как не продам, себя засуну. И нулик куплю. Силы тьмы укрепили свои сооружения. Ага, его не выбили. Ну хорошо, сейчас разберусь. Этих двоих я завалю. Не сейчас. А, там еще и третий есть, так вот, третьего не завалю, это проблема. Уже там. Они дохуя ресурсов все потратили. Я не готов на лету. Я не готова. Блять! Не, надо что-то покупать, чтобы эту хуйню сбивать. Это он прям удачно для себя купил. Его насейвит, мое почтение. И да, и шмотка на лесную. А может шмотка лесная будет, которая будет сбрасывать линку? Стой. Нет, там точно не будет. Так, сейчас. Не, нулик не запрещает способности кастовать. Было бы слишком сильно. Надо теперь шмотку выбить. Нет, здесь нет такой шмотки. Уже в пути. Без БКБ бакану, умру. Че, го, нет, не го, го. Ну я его подловил, но я не хочу врываться. Иду. Пульт. Хорош. Еще слишком рано. Поехали. На лету. Уже в пути. Далеко не должен уйти. Не сейчас. Я вашу верхнюю башню атакуют. Походу на ХГ зашел. Уже там. Черт, хуй с тобой. Вашу верхнюю башню атакуют. Словно ветер. Пачка крипов далеко. А, тварь. Двигаюсь вперед. Вашу верхнюю башню атакуют. Прион, тварь. Есть. Ваша верхняя башня разрушена. Бей, Верка. На лету. Вот этого я боялся. Да. Ебать, доживю. Вашу верхнюю башню атакуют. Словно ветер. Нас пушат. Она сейчас обосрется и убежит. Я мчу, словно ветер. Центральные казармы противника разрушены. Вашу верхнюю башню атакуют. Нас. Надо тебе шмотку выбивать. Я мчусь, словно ветер. У меня, блин, гем еще теперь как лот бесполезно лежит. Еще слишком рано. Так, стоп, а нулик линку сбивает? Атаку. Или нет? Просто если нулик линку сбивает, он вообще типа все проблемы решает. Так. Говно, нету артефактов. Сука. Уже они еще все сдох. Чё выгоднее?
Хотя сало интереснее смотрится, давай сало. Блин, ну походу центр придется отдать. Он спорты потратил, ему пизда. Что за паника? На меня напали! Есть! Неси... Ты чё? Уйди нахуй, а? Ой, какое стекло. Мне уже санулика не хватает. Бля, безысходность. Ваши центральные казармы. На лету. Исчезните. Я не готова. Не вижу. Ну я думаю, оно того стоило. Вашу нижнюю башню. Где оно же того стоило, ребят? Привязала. Мы барак не проебали. Афена. Ну, сторону не отдали, уже почти. Так что того стоило. Нормально, нормально, нормально. Нам надо Рошана было забирать. Мы на 5 кейсов. Ёбаный рот, откуда столько? Уже в пути. Делайте на Рошана наверх. Куй наверх. Я мчусь, словно ветер. Сосредоточься. Уже там. Опа-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 па
А, я линку переложил. Лол. Я сейчас без линки его разъебал. Кольцо на дальность, которое отталкивает врагов. Она вроде... Хотя, может быть. Ага. Так, я могу купить и нулифайр. Блин, где он? Так, сюда, сюда, сюда. Иди сюда, сюда. Так, это сюда, сюда, сюда. Рошан появился. Двигаюсь вперед. Где я? Снизу? Как стрела. Еще мне шарда не до сих пор. Еще след на лету. Верхняя башня противника разрушена. Они своего забили или нашего? Своего, так они близко. Они вот здесь, осторожно. Долго бьют они там? Конечно. А пусть валяются. Я эти два так-то быстро сломаю, пока здесь крипы. Когда-нибудь пригодится. О! Куда это летит? Курьер нахуй идешь? Словно ветер. Блять, у меня нечем. О, лол. Иду. Ебать, ты видел, как я выжил? Я умирал, если бы он спруты не сломал. Меня не фура этот засавил сейчас. Феникс. Просто тем, что кнопку нажал. Охуеть. Нижняя башня противника разрушена. У меня лицо чуть-чуть сломалось. Второй, второй. Толкайте по низу, я вверх спушу по-быстрому. Просто отвлеките их. Двигаюсь вперед. Дождь и стрел? Они на меня сейчас могут выйти всем силам. Я сказал, просто отвлеките, они хуй забили на меня, ну ёпт. Как стрела. Сосредоточься. Ага. Так, эту хуйню я сломал. Верхняя башня противника разрушена. Сейчас, сейчас. Уже в пути. И кормежка началась. Куда пойдет на пареню сейчас? Пеньками дальше пойдет, нет? Вижу, так, фура улетает куда-то, не понимаю. Поймала. Поехали. Моя фура. Я бываю холодна. Каждая монетка пригодится. Второй, второй Магнус. Я не знаю, они не ага. Но мне похуй, у меня еще Егерь есть, я могу сдохнуть, если надо. Силы света укрепили свои сооружения. Иду. Я
Я мчусь, словно ветер. Ну я тупо пока вышку хуярю. Я шумен не погадам. Поняла. Я мчусь, словно ветер. Есть. Уже там. Так, хуета на Сларке ночью лудит, видит лучше, чем я. Уже в пути. Курьер сил света был убит. Мне тебя жаль. Ваши центральные казармы, не возьмите нас. Что делом? А, они под фонтан идут, эту хуйню творят. Ваши центральные казармы атакуют. Нахуй они под фонтан пошли? Словно ветер. Попробуй-ка это. И меня нихуя забрали. Это бот, отдыхай. В итоге не только барак снесли, могли просто по-нормальному пойти хуярить. Уже в пути. Блин, у меня столько денег, ебанешься. Куда их девать уже? Муншарт себе купить? Где он? Сейчас, сосредоточься. Дерьмо. Че, меня хочешь? Давай. Давай, смелься, давай. А, вон ты какой, а. Я тебя подрежу, блядь, сейчас. Иду. Здесь был. Я не готова. Пачку не сломал, никуда не ушел. Поняла. Союзники, исчезните. Надо взять кристалку, блин. Без кристалки мы можем и проебать. А. Неси... У меня проблема Фуриона спануть, он заебал. Типа да, он тупо туда-сюда летает, а мне теперь очень сложно его захуярить. Блять, катка опять на час! И опять эту хуету по день засчитает. Я вчера потел так же на VR-ке. Целый час. И мне катку не засчитало за то, что я там запотел и выиграл. Сейчас опять я потею 49 минут и опять катку не засчитает. Я компактнул из жопы лютой. Я вот... Не-не-не-не-не-не-не-не. Я зря заранее себе сейчас наговариваю. Даггер на ловкость купи, мушарта. Куда я себе даггер на ловкость засуну? У меня слота нету. Единственное, что травелайт и мушарт. Все, больше слотов нету. Кто-то слабо стримится. Еще слишком рано. Это ты по моему стриму определил, что Дота слабо стримится? Ебать, где? В атаку. Словно ветер. Пиздец, у меня 10 тысяч. Вообще, кстати, реально муншарт пригодится, мне ночью надо видеть. Встречайте вихрь. На лету. Он тупо пачку сносит и улетает, да? Но сейчас он, наверное, наверх полетит. Попривязала. Как ты успел? Они сюда идут. Они все здесь, я в дерьме. Помогаем, помогаем. Охраните меня. Неудачи, это не по мне. Тень, я мчусь, возьмите нас. Ветер. Как стрела. Еще слишком рано. Геймай. Словно ветер. В атаку. Ой-ой-ой. Бой, хорошо, чайник не бесконечный. Вот я большой охуел. А Фурт на время зря не теряет, зарада. Через бэкдор пытается захуярить. Еще слишком рано. Тебя байбека нет? А, он байбекался. Я могу еще сделать мигачи, но игра... Похуй на некроча. Ага. Там крепыща подойдут, быстро снесем. У нас есть 40 секунд. Поняла. Сосредоточься. Словно ветер. Силы света укрепили свои сооружения.
Нижняя башня противника разрушена. Нижние казармы противника разрушены. Нижние казармы противника. Он магием спиздил. Ага. Ваши верхние казармы разрушены. Не сейчас. Ваши верхние казармы атакуют. Это одна осталась, уходи. Там Слав возродился. Ухожу, ухожу. Верхние казармы противника разрушены. Глиммер ТП, Глиммер ТП, Глиммер. Сать, блядь. Теперь у вас есть мега-клип. Чем он ветра тебя не поднял? Странно. Ааа! Чё ты ебало на фурионщике, а? Словно ведь. Уже в пути. Но Итер заперты на базе. Но это все равно еще нихуя не конец, блядь. Это еще минут 20 играть. Я заебался эту игру играть. Почему катки на VR-ке все такие долгие? Попутный ветер мне в спину. Меня только без баев сейчас побереть, это будет мега тупо. Опять катку не засчитает. Так не, вроде нормально все. Поняла. О, вот этого я можно заебанить. Похуй на его и его. Поняла. Черт, крипы испалили, блядь. Говно. Как стрела. Перебором ебанул. Конечно. Лёша Дизмонит! Силы тьмы укрепили свои сооружения. Ага. Мелкий крыс вонючий. Я мчусь, словно ветер. Наш Бэкдор включился. Так, надо ебашить. Чё, пойдёмте по току по центру. Сейчас вот это говно убьём. У них выпуков нет всё равно. По миду идём, не по топу. Там крипы ближе. Я иду уже, я уже на центре. Это ГГ? Ну, в теории, да. Да, по идее, с мусором. Нас, если байбека нет на сларке, то да. Ай, блядь. Ха-ха, сларк сразу выкупился в этот момент. А нас пятеро, один хуй. Когда-нибудь пригодится. Поняла. Так, похуй. Не, надо давить. Возможно, шанс последний, фурион заебет. Сейчас, я только подойду. Подождите меня, пожалуйста, 5 секунд, подождите. Мне еще 13 секунд надо. Да боже. Так, один тавр я догрыз. Ёбаный чайник. Второй тавр упал. Все, теперь тупо трон, у них должен быть глиф. Похуй. У меня сейчас ульта будет, я быстро снесу. После боя. БКБ, ульта, все, минус трон. О, вопросики к скиллу имеем. А то там надежда на Марсе у нас. Сидят, блядь, флеймит меня. Ща катку не засчитает опять. Да, 68 тысяч урона, 23 тысячи по строениям. Какой же молодец на стримере. Ёба-баба. С такой хуйни камбэкнул. Как бы да-да, не удивляйтесь.